Один раз и на всю жизнь в Чебоксарах прошел уникальный шоу-проект «Мы женимся», в рамках которого организаторы смогли совместить сразу три проекта. Ток-шоу «Открытый разговор о свадьбе», «Свадебный аукцион» и «Ночь свадебных распродаж». В открытом разговоре о свадьбе участвовали лучшие специалисты Чувашии, которые раскрыли секреты свадебной индустрии и отвечали на вопросы будущих молодоженов в формате беседы. Банкетный зал, свадебный фуршет и, конечно же, фото и видео. Дали видео, и ты понимаешь, Маша, хвалить начну. Потому что только здесь вы сможете посмотреть, понять, что происходило, и очень много увидеть, чего вы просто даже не могли заметить. А вот эти профессионалы, они знают, где нужно снять, как нужно снять. Елена Ершова – одна из тех, кто участвовал в организации шоу-проекта. Это не первый проект Елены в Чебоксарах. Летом прошлого года – фестиваль сладостей для кондитерских. Затем – фестиваль «Дизайн-фест». Проект «Мы женимся» новый. И в первый раз всегда страшно. Конечно, организация любого проекта – это сложно. Особенно, когда проект делаешь в первый раз, ты не знаешь, какие могут быть подводные камни. Конечно же, чаще всего это человеческий фактор, честно скажу. Когда вдруг люди там, где не нужно, начинают подводить, необязательность. Но это есть в любом проекте. Это я всем хочу сказать, кто вдруг решит организовывать какие-то проекты, маленькие, средние, крупные, нужно быть готовым к тому, что без сучка и задоринки не бывает. Проблемы возникают всегда. Просто нужно их решать. Участниками, конечно же, мы приглашали всех свадебных специалистов в различных категориях, которые касаются молодых. Вот прям все, что им нужно для свадьбы. Гости, конечно же, фестиваля, для кого он предназначен, это молодожены, которые будут гулять свадьбу в этом году. Даже, возможно, и в следующем, потому что уже сегодня они могут посмотреть и немножко сориентироваться. Впервые в России прошел проект «Свадебный аукцион», где представлены свадебные товары, свадебные специалисты, свадебный секонд-хенд из Чувашии. Уважаемые друзья, Катерина, 10 тысяч рублей раз, 10 тысяч рублей два, 10 тысяч рублей три. Продано, друзья, аплодисменты! Только в этом проекте молодожёнам представилась возможность приобрести на открытом аукционе эксклюзивные товары и услуги. Наверное, страшно продавать услугу, которая у тебя стоит 15 тысяч, продавать ее за 5. Это, конечно, страшновато, но когда они понимали, что это такое, зачем это и что это интересно, конечно, шли с удовольствием. Даже потом сами говорили, а можно я еще один лот выставлю? Ночь свадебных распродаж поможет организовать свадьбу мечты за один день и сэкономить до 50% бюджета молодоженов. Замечательная свадебная выставка, организатором которой является свадебный журнал «Мы женимся». Я хочу сказать, что просто чудесно, когда есть у молодых возможность какие-то услуги получить со скидками. И я думаю, что ночь свадебных распродаж – это то время, когда они получат возможность получить свадьбу практически бесплатно. Свадьбы бывают разные. Бюджетные, очень богатые. И на этом мероприятии мы получим возможность дать вам скидку от 20 и выше процентов. То есть мы хотим сказать, что дорогие свадьбы могут быть вполне реальными и недорогими. На мероприятии будущие молодожены могли выбрать подходящего по духу организатора свадьбы. Так, руководитель студии праздника Александр Яковлев за поиском оригинального решения часто выезжает в другие регионы. Так, частенько я посещаю семинары в Москве, езжу даже на простые те же мероприятия, которые проводятся в Москве, свадьбы, юбилей, корпоративы, и смотрю, как там проводятся, потому что, к сожалению, мы немножко со своим городом отстаем от того, как там все проходит. Но все это к нам тоже дойдет, и обязательно это войдет в нас моду. Для нашего города такое мероприятие пока новое. Все же нашлись те, кто на шоу-проекте подчеркнул необходимые для себя детали и секреты для самого главного события в жизни. Здесь очень-очень много очень интересных людей, очень много эмоций, потому что все это очень празднично достаточно. И когда девушка готовится к свадьбе, я думаю, что для нее это на самом деле было бы очень прекрасно здесь побывать. Можно выбрать себе какие-то
идеи для свадьбы, да, например, как украсить стол, как встретить гостей. То есть это очень полезно, я думаю. Поэтому я рада, что здесь я побывала и какие-то моменты для себя точно подчеркнула. Вышел замуж буквально этим летом. Есть один единственный совет, в принципе, к молодоженам. Обращайтесь к специалистам молодожены, обращайтесь к свадебным организаторам. Они вам все сделают на ура. Увидели внизу какой-то банкет, шумиха, движуха, и решили это спуститься. Да. Меня нарядили зайцем, а его нарядили моргуновым. Мы вообще не ожидали такого поворота. Нам сказали, что здесь хорошие скидки, и здесь продается много всяких интересных товаров. Я ищу вообще здесь смокинг. Сказали, здесь есть одежда. Но... Самый важный день в жизни у каждого свой. Задача каждого из нас – сделать его самым лучшим. Инна Гаврилова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.